Всем привет! Меня зовут Николай. И сегодня вместе с Инной... Всем привет! И Андреем... Здрасте. Мы будем играть в Foodchain Magnat. Наконец, наши подписчики дождались этой игры на нашем канале. Игра приехала прямиком из Голландии. Стоила немало, но она того стоила. На самом деле, приехала она в виде полуфабриката, полностью на английском. Поэтому пришлось немножечко заморочиться и, распечатав на самоклейке перевод, наклеить на карточки. Вот такие у меня теперь карточки. Все на русском, красиво, понятно. Может играть даже тот, кто не знает иностранных языков. Итак, о чем эта игра? Мы втроем являемся директорами некой ресторанной сети. Причем конкурирующих друг с другом и должны заработать как можно больше денег и разорить конкурентов, если получится. В конце игры победителем становится тот игрок, у кого денег в наличности будет больше всех. Мы будем вот в виде такой структуры нанимать и обучать наших сотрудников, выполнять ими их работу и делать так, чтобы наша фирма богатела, а конкуренты беднели. В начале игры каждый получает вот такую карточку. Чтобы ни у кого не было сомнений, тут написано «ты». То есть «ты» — это «ты». Все сотрудники делятся на несколько видов. Черные сотрудники – это наши менеджеры. Они могут управлять нашим персоналом. Причем владелец предприятия может управлять как другими менеджерами, так и всеми остальными сотрудниками. А вот менеджеры, которые мы будем нанимать в процессе игры, могут управлять только обычными сотрудниками, но не другими менеджерами. То есть в общем случае структура нашей компании может выглядеть вот таким образом. То есть под владельцем у нас 3 менеджера, ну а под каждым менеджером то количество сотрудников, которое указано вот на этих вот числах. Причем нанимать сотрудников можно только из первого столбца. То есть вот этих. Всех остальных мы будем обучать с помощью наших консультантов, наставников и даже начальников отдела квалификации. Естественно, более обученные сотрудники свою работу будут выполнять более эффективно. Но об этом мы поговорим уже в процессе игры. Сотрудники делятся на наш менеджмент, на наше руководство, которое сумеет строить новые дома, переносить или открывать новые рестораны. И даже вот у нас имеется финансовый директор, который будет прибавлять нашу выручку в раунде. Наши розовые сотрудники – это, так сказать, менеджеры по скидкам или наоборот, администраторы веб-зала, которые будут каждому товару прибавлять еще и премию. Серые сотрудники – это наш отдел персонала, кто-то отвечает за наем новых сотрудников, кто-то за их обучение. Вот такие, я не знаю, салатовые, наверное, сотрудники – это наши посыльные. Они будут ездить по городу и со складов добывать нам напитки, которые мы будем продавать жителям города, которые живут вот в этих домах. Есть синие сотрудники, это рекламщики. Ну, как известно, реклама – двигатель торговли, и чтобы нам реализовывать много наших еды и напитков, нам нужно их хорошенечко прорекламировать, чтобы все захотели кушать и поехали в наши рестораны обедать. Ну, вернее, ужинать, как у нас в правилах написано. И, наконец, зеленые сотрудники – это наши повара. Они нам будут готовить вот такие бургеры и пиццу. Да, кстати, посыльные будут добывать нам со складов напитки 3 видов. Кока-колу красную, зеленое пиво и желтый лимонад. Игра требует очень много места, поэтому сегодня сидим в тесноте. Ну, не в обиде, я надеюсь. Это мы посмотрим. Да-да-да.
также пришлось сделать самодельный органайзер для вот этих карточек. Здесь у нас карты сотрудников, там, около Инны и Андрея, карты наших достижений. Ну, о достижениях поговорим чуть позже. Органайзер, конечно, получился не очень красивый, но хотя бы функциональный. Иначе вот эти все карты заняли бы еще половину стола, хотя места у нас тут и так уже не хватает. Как игра идет по раундам, и в каждом раунде мы отыгрываем 7 фаз. В первой фазе, в фазе подготовки, мы берем на руки всех своих нанятых сотрудников и решаем, кто из них будет работать в этом раунде на благо нашей фирмы, а кто пойдет на пляж отдыхать. После того, как мы выберем сотрудников, которые работают, а которые отдыхают, мы должны определить очередность хода в этом раунде. В первую очередь выбирает тот игрок, у кого осталось больше свободных слотов в структуре его компании. После этого мы будем выполнять 6 шагов и работать нашими сотрудниками. То есть каждый сотрудник будет выполнять то, для чего его, собственно, нанимали. Кто-то будет нанимать, кто-то обучать, кто-то готовить еду, ну и так далее. После того, как мы отработаем каждый отработать все 6 шагов, ну или сколько получится, наши жители, наконец, поедут по вот этим дорогам в наши рестораны, чтобы что-нибудь схомячить. Ну, об этом мы поговорим, кому именно они поедут чуть позже, когда дойдет до этого время. Ну, естественно, раз они кушают нашу еду и напитки, они нам дают и прибыль. Каждая единица товара, в общем случае, стоит $10. Неважно, бургер это или пиво. С помощью наших продавцов и администраторов вип-зала эту цену можно увеличивать или уменьшать. Ну а с помощью достижений получать небольшую премию за некоторые единицы товаров. Но об этом тоже поговорим чуть позже. После того, как мы получим прибыль, следующим шагом мы должны будем заплатить зарплату нашим сотрудникам. Все сотрудники начального уровня зарплату почему-то не требуют в этой игре. Но, по всей видимости, она такая маленькая, что в нашей бухгалтерии ее можно просто не учитывать. Все остальные сотрудники, независимо от их ранга, получают по $5 зарплаты. Обязательно нужно заплатить зарплату всем, кто ее требует. Если ты не можешь или не хочешь выдать зарплату какому-нибудь сотруднику, ты должен его уволить. То есть вернуть в запас этих карт. После того, как заплатили зарплату нашим сотрудникам, в городе начинает действовать реклама, формировать спрос на следующий раунд. Ну и в конце раунда, если у кого-то останутся излишки еды или напитков, и не будет холодильника, он должен будет сбросить все обратно в запас, собрать всех сотрудников с пляжа и с работы к себе в руку, перевернуть рестораны, открывшейся стороной вверх, ну и так далее. Все в процессе игры покажем и расскажем. Ну что же. Сейчас у нас в банке $150. По $50 на каждого игрока. После того, как мы исчерпаем банк в первый раз, то есть заработаем в сумме $150, мы откроем вот эти карты резерва. Сейчас у каждого игрока по 3 карты. 100, 200 и $300. Сейчас мы выберем одну из них и в закрытую, даже не знаю, положим куда-нибудь на свободное место. Как только банк первый раз исчерпается, эти выложенные карты мы вскроем и увидим окончательный размер нашего банка. Естественно, если все выберут доложить в банк $100, то игра будет короткой. И в этом случае нужно как можно больше денег зарабатывать с самого начала. Ну а если кто-то выберет $300 или $200, то игра будет подлиннее. И нужно будет хорошенечко вложиться в свой персонал. Ну что же, предлагаю выбрать, сколько у нас денег окажется в банке после первого исчерпания. Ну а остальные в закрытую сбрасываем. Ну что же,
Все готово к началу игры. Кто первый ходит? Ну, я думаю, вот как мы сейчас разложились. Последний ходит. Нет, ну хочешь, можем поменяться. Можем случайно как-нибудь выбросить. Ну хорошо, давай дойдем кубик. Давайте вот так вот. Они же все одинаковые здесь. Да. А, ну хорошо, давай. Это сейчас выбираем кого? Кто первый ходит? Давай, кто первый ходит. А пока Андрей тянет эти жетоны. Блин. Если вам интересно наше видео, тыкните, пожалуйста, кнопочку под ним и подпишитесь на наш канал. Комментарии, лайки также приветствуются. Ну что же. Это должно было пролететь. Вот они, ручки-то золотые. Да, золотые Андрюшины ручки, которые, кстати говоря, сделали ту заставку, которую вы видите на всех наших видео. Выбрали нашу очередность хода. К сожалению, вам не видно это лицо, но именно это лицо не получило канделябром за злостное нарушение правил в нашей игре «Эволюции», о которой я писал в своей статье. А, даже так? Хорошо, хорошо. Я это припомню. В этой игре, да? Поехали. Да. Прежде всего, начиная с последнего игрока, каждый открывает свой ресторан. Начиная с последнего игрока? Да. Мы начинаем с последнего игрока, открываем свой ресторан, но кто-то может пасануть, и тогда очередь начнется с первого игрока, без возможности пасануть второй раз. Ресторан, естественно, выкладывается на свободные 4 квадрата, причем вход у ресторана только вот отмечен вот этой галочкой. И вход должен соприкасаться с дорогой. В начале игры ресторан первый игрок размещает на свободном месте, а вот все последующие не могут разместить свой ресторан, чтобы его вход был на той же плитке, что и у игрока, который разместил его до этого. То есть, если я, допустим, ресторан положу вот сюда, то Андрей на этом квадрате, вот так, допустим, ресторан разместить уже не сможет, потому что входы наших ресторанов находятся на одной плитке. Так делать нельзя. Ну что же. Андрей размещает свой первый ресторан. Андрей размещает свой первый ресторан в самый центр карты нашей. Хорошо. Да. Вот так. Вот так даже, да? Ну, разница не сильно большая. Да. Дилемма, однако, дилемма. И Андрей разместил свой ресторан. Да, на самом удобном месте, зараза такая. Ну, очевидно, самое удобное место достается самому хитрому. Да, да, да. Прошу. Угощайтесь, господа. Домов на всех хватит. Домов-то хватит, а вот что основное? Я очень хорошо разложила в этот раз. Да, хорошо. Инна у нас любит раскладывать эту карту в каких-то таких конфигурациях, что без пол-литра ты не разберешься, куда лучше этот ресторан запихать. Ладно, запихай я вот сюда, пожалуй. Welcome. Инна? Угу. Да. Хорошо. Рестораны размещены. Очередь составлена на первый раунд. Начинаем фазу работы. В начале игры, естественно, у нашей торговой сети работает только ее владелец, директор, который может менеджить 3 сотрудников и нанимать одного в каждый ход. Инна, где твой менеджер? Показывай. Да, вот лучше памятку положи куда-нибудь с краешку, а менеджера положи вот здесь. Он у тебя будет работать. Я нанимаю сотрудника отдела кадров. Который позволит себе... Так, что-то у меня тут с картами беда небольшая случилась. Ага, наймите сотрудника отдела. Понятно. Немножечко перепутал места в круге жизни у этих сотрудников. И сотрудник отдела кадров позволит Инне нанять в следующем ходу еще одного сотрудника. Ходи. Я не буду изобретать велосипед и тоже найму сотрудника отдела кадров. Все нанятые сотрудники уходят на пляж. В этом раунде они не работают. А я буду более оригинальный и возьму первого посыльного. Пожалуйста, пожалуйста. Ай-яй. Давай.
Так, Андрей у нас решил играть сегодня какую-то новую тактику. Прям напрягает. Ну что же, фазу работы мы отыграли. Спроса и предложения у нас, к сожалению, пока нет. Поэтому фазу ужина и зарплаты мы пропускаем. Рекламу пропускаем. Конец раунда. Мы просто берем нанятых сотрудников к себе в руку. И начинаем новый раунд. Ну, очевидно, мы выкладываемся по одному сотруднику, да. Очевидно, выкладываем по одному сотруднику. И им находят первое. Я нанимаю консультанта. Так, Инна начинает играть по-жесткому сразу. Хорошо. Консультант, а второй? Ты отыграл своего владельца, теперь можешь еще одного сотрудника нанять с помощью своей... Хорошо. Своей вот этой девушки на телефоне. Тогда выбираю специалиста по плакатам. Хорошо. Угу. Охо-хо. Кого же мне нанять? Отличный вопрос. А я, пожалуй, найму начальника отдела и тоже консультанта. Не слиплись, не слиплись. Так, ну я могу нанять только одного. Поэтому я, наверное, возьму специалиста по плакатам. Прошу. И ты играешь первого посыльного? Да, играю первого посыльного. Так как я играю первого посыльного, я получаю... Достижение первый посыльный. Да. И тут нужно рассказать о наших достижениях. В чем, собственно, состоит весь интерес этой игры, я считаю, это как раз вот в этих достижениях. Всего в игре 18 штук достижений. И как только кто-то выполняет условия получения достижения... Он разыгрывает это достижение. Ну, достижения тут самые разные. Вот Андрей успел сыграть первого посыльного и получил достижение первой посыльной. Это достижение даст ему на протяжении всей игры бонус. Все поставщики получают на один напиток больше в каждом пункте. Даже этот мальчик посыльный, у него получит не одну бутылку, как он должен был бы получить в обычных условиях, а сразу две. И я, наверное, возьму два пива. Бери два пива. Если кто-то из нас в этом же раунде успеет выполнить требование того же достижения, которое было разыграно, он тоже это достижение получит. Но а если до конца раунда не успеешь выполнить требование, то тут уже извините. Это достижение выходит из игры, и больше его никто получить не сможет. Все будут в разных условиях. Ты два пива получил достижение посыльный, мы его зачеркнули. Ну и я думаю, я могу сразу получить достижение первой излишки еды и напитков, потому что у нас... Ну мы сейчас дойдем до фазы 7, и только тогда мы получим. Хорошо. Не будем спешить. Все сотрудники отработали. У нас, к сожалению, пока опять же нету спроса на наши продукты. Все пока развивают на свои компании, поэтому фазу ужина мы пропускаем. Зарплаты у нас еще ни у кого нет. Рекламы еще нет. Конец раунда. Мы всех сотрудников отправляем на пляж, вернее, к себе в руку. Тот, у кого есть излишки еды и напиток, должен его сбросить. Даже в первом раунде, Андрей, ты должен его сбросить. Но так как у Андрея случился еще и первый излишек еды и напитков, он получил соответствующее достижение. То есть, по сути, получил единственный в городе холодильник. На этой карте он сможет в последующем хранить до 10 единиц своих товаров. Мы же в конце каждого раунда с Инной будем вынуждены их сбрасывать. Что же, сейчас отметим, что это достижение тоже вышло из игры. И начнем новый раунд. У меня работают двое, один отдыхает на пляже. Все одновременно должны скрыться. Расскажите, кто у вас работать, кто отдыхать будет. У меня всего две карты, они будут обе играть. Инна? У меня будут две карты играть и один отдыхать. Ну что ж, скрываемся. У нас опять одинаковое количество свободных слотов. Очередность не меняется. И фаза работы. Инна? Выполняй свои действия. Так,
нанимаю сотрудника. Даже двух можешь нанять, судя по структуре твоей компании. Да, давай найму поваренка и еще одного начальника отдела. Еще одного? У тебя есть начальник отдела? Ну хорошо, просто начальник отдела. Так, а кого ты обучаешь? Я обучаю специалиста по плакатам, специалиста по почтовой рекламе. Хорошо. И у меня будет первая... Да, у Инны... Первая квалификация. Да, Инна получает достижение первой квалификации, которое дается за обучение сотрудника первого в игре. Ну что же, я хожу вторым, я нанимаю специалиста по плакатам. Или нет? Нет, я хотя... Специалист по плакатам и, пожалуй, что поваренка на ему тоже. И обучаю начальника отдела кадров, вернее, начальника отдела, заместителя директора. И тоже получаю достижение, первая квалификация. Так как я это достижение получил в том же раунде, что и Инна. Инна, выдай мне, пожалуйста, мое достижение. Спасибо. Надо его положить. Ход переходит к Андрею. Ну, у меня посыльный получает, опять же, два пива. Почему? Вот теперь уже можно. Теперь они уходят. Холодильник сразу. Холодненькое пиво и Андрей уже торгует. Наверное, неправильный немножко порядок. Я сначала должен нанять. А, вот, да. Да. Ну, фаза работы у нас происходит по порядку всеми игроками. Первое, наймите сотрудников. Второе, повышаем их квалификацию. Дальше начинаем рекламную кампанию. Только после этого получаем еду, напитки. Размещаем новые дома и сады. И после этого размещаем или перемещаем рестораны. Я ну, думаю, сейчас это сильно да. не повлияло. Так, но... Я найму, наверное, консультанта. Нет, специалиста, сотрудника отдела кадров. Сотрудника отдела кадров, нанимаешь. Угу. Так, еду, напитки ты уже получил, но теперь ну, начинай рекламную кампанию. Первая рекламная кампания, да? Я поставлю плакатик, наверное, небольшой. В общем-то. Хотя нет, наверное, большой. Ну, поставь. Давайте вот этот плакатик мы поставим вот сюда. Это... Так, твой специалист выходит из структуры компании и больше не занимает свободный слот. Да. Так как ты разместил первый рекламный плакат, тебе положено достижение в первый рекламный плакат. Вполне логично. Да. Это достижение позволит Андрею не платить зарплату никаким рекламщикам, то есть синим сотрудникам. Как это звучит страшно. Да, это очень страшно звучит. И при этом это вся рекламная кампания у него будет длиться до конца игры. То есть станет бесконечной. Что мы отметили, перевернув этот плакат на сторону с значком бесконечности. А рекламировать он будет пиво. Хорошо. И то есть ты еще заодно получил первую рекламу напитка. Да. Хорошо. Выдай... Соответствующее Выходим. Достижение. Первая реклама напитка даст Андрею бонус $5 за каждый проданный напиток. Причем неважно, какого вида. Пиво это будет, кола или содовое. Ну что же, тяжело нам с сыном будет. Тяжело. Ну ничего не поделаешь. Хочешь жить, умей вертеться. Отыграли фазу работы. Переходим к фазе ужина. Пока кушать еще никто не хочет. Зарплату. У меня есть человек, который требует зарплату. Мой заместитель директора. Он обозначается такой значком долларов. Но у меня есть достижение первой квалификации, которое дает скидка на выплату зарплат $15. То есть я могу не платить зарплату трем сотрудникам. На мой выбор. У меня тоже один специалист уже с зарплатой. Но у меня есть первая квалификация. Да. То есть мы будем... Экономить по $15 каждый ход. То есть зарплату фазы мы отыграли. Так, у Андрея, ну у Андрея все пока маленькие сотрудники, ему пока зарплату платить не надо. Начинается реклама. Реклама у нас одна. Реклама одна и действует она следующим образом. Рекламные щиты действуют только на те дома, с которыми непосредственно соприкасаются. То есть сейчас захочет пиво только... Дом под номером 2. Если бы, допустим, вот этот рекламный плакат
кто-нибудь разместил вот таким вот образом, рекламировал здесь бургеры, то в этот момент два соприкасающихся дома захотели бы еще покушать бургеров. Ну и так далее. То есть рекламные щиты действуют на те дома, с которыми непосредственно соприкасаются. У нас есть почтовые ящики, найти какой-нибудь поменьше, ну, допустим, 9-й. Они должны размещаться около дороги. И действуют на все дома, до которых можно добраться до этого почтового ящика, не пересекая дорог. То есть на эти два дома действует вот этот почтовый ящик. У нас есть реклама самолетов, но для этого нужен очень крутой рекламщик. Самолеты будут летать над городом и рекламировать продукты над теми домами, над которыми он пролетит. Допустим, вот этот самолет покроет все дома в 5 клетках, над которыми он пролетит. То есть реклама этого самолета получила бы вот этот дом, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. И центральный. Нет, центральный не получил бы в такой конфигурации. Ну и, наконец, самая крутая реклама – радиореклама. Размещается тоже около дороги и действует на все дома, которые находятся на плитке, где размещена радиовышка, и на 8 соседних. Ну, практически как в монастыре в Каркасоне. Ну, до этого мы еще пока должны дожить. А вот рекламный щит Андрея под номером 12. Разверните, пожалуйста, его к зрителям номером. Хорошо, спасибо. Будет рекламировать этому дому пиво каждый ход. Короче, Андрей сделал вот этот дом алкоголиками. Практически. Не жалко. И я готов их снабжать. Рекламу отыграли. Начинаем фазу конца раунда. Ну, нам с Инной пока нечего сбрасывать из напитков. А мне? А, у Андрея есть холодильник, и тоже сбрасывать ничего не нужно. Забираем всех сотрудников к себе на руку. Начинаем новый раунд. Ну, в общем-то, у меня все. У тебя все хорошо? У меня все еще все просто. А вот у меня уже посложнее будет. Конечно. У меня будет один отдыхать. Сейчас подумаю, как это вообще сделать. Вот мне он еще не нужен, хотя бы очень опасно, да? Ну хорошо, у меня будут работать все. Все, вскрываемся. Да. Заместитель директора у меня работает под моим владельцем, то есть подо мной. Под ним работает три вот таких сотрудника, и рекламщик тоже работает под владельцем. У меня слотов один лишний. У меня один лишний. И у меня один лишний. Значит, остаемся в той же очередности, что и были до этого. Таким образом, Инна начинает свой ход. Я нанимаю официантку. Так. Дальше нанимаю еще одного специалиста по плакатам. Что-то прям страшно становится, что задумала Инна. А учись ты кого будешь? А этих же я не могу сейчас научить, правильно? Нет, кого ты наняла, ты можешь сейчас обучить. Так как у нас фаза работы, идет сначала наем сотрудников, которые идут сразу на пляж, и потом фаза обучения. Обучать ты можешь только тех сотрудников, которые у тебя на пляже, то есть не работают. Тогда ну, как? Я обучаю поваренка. Хорошо. Повара пиццы? Повара пиццы, хорошо. Прошу. Ему нужно будет платить зарплату, ты учти. Но она может троим не платить зарплату. Да. И отлично. Специалист по рекламе. Да, я размещаю почтовую рекламу. Где у нас тут почтовая? Вот эти вот. И где тут 9-й, по-моему, был, который я показывал. Вот этот вот, 9-й. Ага. Ну, ты можешь... Как раз 9-й будет вот тут. Угу. Так, 9-й мой, и это будет первое. Нету почтовой рекламы? Нет. Почтовой рекламы нету, но теперь тебе нужно выбрать ее длительность до 3 раундов, насколько я помню. Да, до 3 раундов. И я буду рекламировать пиццу. Пиццу будет рекламировать сильно. Хорошо. Пусть рекламирует пиццу. 3 раунда. То есть мы кладем, чтобы это отметить, 3 пиццы на этот ящик.
почтовый. Инна берет достижение первой рекламы пиццы, и теперь каждая проданная ей пицца будет стоить на $5 больше для нее. То есть она будет получать премию от банка за каждую проданную пиццу. Как написано в правилах, твоя торговая сеть теперь будет считаться сетью истинной пиццы. Настоящие итальянцы. Да. Ты сотрудников своих наняла, только вот, пожалуйста, сотрудника-рекламщика выведи из структуры компании. На время рекламной кампании он твоих слотов не требует. Вот сюда, но зарплату все равно должен получать. Так как у тебя нет достижения первого рекламного плаката. И, кстати, раз уж мы начали размещать щиты, которые, как вы видите, вот по таким вот значкам дороги, должны размещаться в диапазоне. У рекламщиков рекламных плакатов диапазон 2, у почтовиков, я насколько вижу, 3, ну и так далее. Что такое диапазон? Плитка, на которой находится вход ресторана, от этого ресторана считается в диапазоне 0. То есть, допустим, от входа в ресторан Андрея вот этот дом находится в нулевом диапазоне. Как только мы пересекаем в любом случае границу вот плиток, мы должны этот диапазон увеличить на единичку. И размещение рекламы в диапазоне 2 означает, что рекламный щит, вышка и так далее не могут отстоять от нашего ресторана дальше, чем на две плитки. То есть, в этой плитке Инна могла разместить свой почтовый ящик, так как это нулевой диапазон. Эта плитка тоже попадает в диапазон, так как это считается единичкой. Эта плитка уже будет в диапазоне 2, а все последующие по этой дороге уже будет 3 и больше. В диапазоне 1 почтовик может размещать, поэтому все по правилам. И ход переходит ко мне. А что я нанимаю, ума не приложу. Ну, я найму. Ну, в этой игре, как я уже не раз убеждался, не знаю, что делать, нанимай начальника отдела. Так, и найму я, пожалуй, кого бы еще нанять. А знаете что? А давайте-ка я найму продавца. Коварный план. Так, а консультант, учить может только начальника отдела, что он, собственно, и будет делать. Пусть он еще одного замдиректора мне сделает. Одного, не двух. Так, рекламщик у меня размещает рекламный плакат. Ну-ка, есть он тут? Где он? Вот, отлично. Мне еще оставили рекламный плакат 13 номером. В диапазоне 2. Я нахожусь здесь. 0 диапазона, 1 диапазона, 2 диапазона. Я уложился, плакат к дороге примыкает. Все по правилам. Я буду рекламировать бургеры. Получаю достижение первой рекламы бургеров. И буду рекламировать вот этим двум домам мои бургеры. Хорошо. Ну и поваренок, как нетрудно догадаться, у меня будет производить бургер. И я получаю достижение первый бургер, который дает мне повару бургеры бесплатно. Главное, чтобы зарплаты на всех хватило. Ну, у тебя уже 3 сотрудника, которые получают зарплату, есть. Да. Насколько я понимаю. Да, а уже опасно становится. Да. Дальше будет тяжелее. Так, этот у меня уходит на пляж. Я хожу? Да. Видимо. Так, ну, сотрудник отдела кадров, плюс я владелец, я должен нанять двух. Я нанимаю сотрудника отдела кадров. Еще одного? Да. Так. И нанимаю начальника отдела. Прошу. И посыльный у тебя берет? Пиво, очевидно. Берет. Пива много не бывает. Ну что же. Фазу работы отыграли. Начинаем нашу первую фазу ужина. В порядке номеров дома едут в наши рестораны поужинать. Пока у нас... Кушать хочет, вернее, выпить хочет только второй дом.
И его обеспечить может только торговая сеть Андрея. Торговая сеть Андрей. Да. С бездушными рекламщиками. Скидывай пиво с дома, скидывай пиво у себя из запаса. Получай законные $15. $10 я получаю за проданное пиво и $5 за свой бонус. За бонус. Получай. Напитка. Хорошо. Так пахнет первая выручка. Да. Больше никто нас ужинать не идет. Переходим к зарплате. Проверяем, кто у нас получает зарплату. У меня действительно 3 сотрудника должны получать зарплату, но у меня, слава богу, есть мое достижение. У меня только 2. Которое пока что позволяет обойтись. У меня 0. Без потерь. Так, первая реклама бургера, положу ее тоже сюда. Реклама. Бесконечные выпивохи Андрея получают пиво. Вернее, нет. Желание пива. Не-не, давайте сразу идем по порядку номеров. То есть сначала рекламирует тот рекламный, так сказать, объект, у которого номер меньше. То есть сначала рекламируется пицца почтовым ящиком Инны. Эти 2 дома захотели пиццу. 12-й щит, Андреин. Желание пива, закон. И мои 2 дома хотят кушать бургеры. У меня итальянцы, а у тебя... Да. Американцы. В общем-то, у меня кто угодно. Ну, видимо, да. Единственное, не мусульмане. Они скорее всего, это студенты. Не мусульмане. Да. Они не выпивохи. Ну, скорее всего, студенты. Коран не разрешает. Скорее всего, студенты. Да, Коран не разрешает. Рекламу отыграли, конец раунда. Мы, к сожалению, вернее, я должен сбросить бургер, так как у меня нет достижения холодильник. Ты смотри, там пиво не заморозило. А пиво-то только в холодильнике. Да-да-да, пиво там не заморозило. В холодильнике у меня собираем только пиво. Сотрудников. И начинаем новый раунд. Тут у меня однозначно посидит, отдохнет. А мы должны озвучить, сколько мы слотов до того, как раскрываемся или нет? Сколько у нас свободных слотов будет? Мы должны озвучить или нет? Нет, вы просто так смело говорите это, как будто это не поменяет это на игру. Это открывается в закрытую. Фу, ну выкладывается это в закрытую, естественно. Ну понятно, окей. То есть ты просто говоришь, что вот у тебя сколько-то отдыхает, ну, я готов. Столько-то работает. Так вот, вот эту информацию, то, что столько-то работает, мы должны сначала сказать, перед тем, как открываемся? Ну, естественно, чтобы не было значтений. Ну, хорошо. Поехали. Поехали. Я готов. Нет, еще не поехали. Хорошо. Хорошо, мы с Андреем готовы, ждем Инну. Игрушка очень сложная, и любое решение может как возвести тебя на финансовый олимп, так и... Финансовое дно. Да, на финансовое дно. Поэтому над каждым ходом стоит очень хорошо думать, так как единственная ошибка в партии может стоить всей партии. Недавно я это проходил. Да. Вы с Дмитрием отожгли вчера и подарили мне победу просто по 2 последних раундах. Давайте начнем с того, что я учился. Все учились. Я надеюсь, все учатся. Инна, ты готова? Да, я готова. Ну что же, у меня работают 5. Вот в таком вот виде. А что, мы сразу все выкладываем? Да, сразу все выкладываем. У меня в компании 1 свободный слот. Ни одного. Насколько я понимаю, 1 свободный слот. Порядок не меняется. Я последняя? Нет. Почему? Мы просто с Андреем решаем, вот как в том порядке, менять или не менять. Я не буду. Я тоже не буду, меня все устраивает. Ой, отличненько. Хорошо. Инна ходит первая. Начинаем фазу работы. Нанимаю сотрудника. Кто же мне тут нужен? Допустим, мне нужен посыльный. Посыльный. Нужен так нужен, нанимай. Спасибо. Следующий, получаю 3 пиццы. То есть ты только одного сотрудника нанимаешь? Вот здесь вот одного. А вот серая вот карта? Еще. Нет, ты, конечно, в правилах написано «можешь», поэтому ты не обязан нанимать второго сотрудника. А если у меня будет... Давай еще одну официантку. У тебя есть несколько официанток? Да. И одна из них в этот раунд работает. Обалдеть. Дальше. Рекламная кампания у меня. Вот здесь вот.
И размещаю плакат на улице. Выводи сотрудника из структуры на время рекламы и выбирай доступные плакаты. Угу. Секундочку. Три. Пусть будет вот этот вот. А рекламный действует на тот, с кем соприкасается, правильно? Да. И мне что-то уже страшно. Что-то мне уже страшно. Что-то подсказывает, что что-то здесь не так. Хорошо. И что ты сюда рекламируешь? Дай угадаю. Пиццу! Нет, пусть будет... Оу, так, это уже интересно становится. Пиво. Ну, колу же я могу рекламировать. Можешь. Колу рекламируешь? Длительностью? Максимальной. Два. Хорошо. Ну, кола с пиццей. Ну, не знаю. Бургер, конечно, с пиццей. Отлично. Ну, не знаю, не знаю. Странное по мне сочетание. Нет, это лучше, чем бургер с пиццей. Ну, хорошо. Уговорили. Или просто пиво. Уговорили. Мне кажется, пиво совсем. Студенты. Так, подожди. И ты должна набрать пиццу. Три пиццы, да. Три пиццы. Твоя сеть производит три пиццы. На. Производи пиццу. Где она там? Угу. Я так понимаю, все твои сотрудники успешно поработали. А у меня первая официантка. Разыграна первая официантка. Получай достижение. В этой игре официантки мало того, что делают ресторан более привлекательным для жителей города при конкуренции, так еще и дают почему-то именно в структуру компании себе в карман $3 чаевых. Так как Инна получила первое достижение официантка, все ее официантки вместо трех получают $5. Неплохая прибавка. А первая пицца? Первая пицца тоже получает достижение. Да, первая пицца, и тебе положено еще и повар пиццы. Еще один. Куда же тебе столько поваров пиццы? Пицца — это бессмертная еда. Ну ладно. Уже не знаю, куда. Да, будет требовать зарплату и этот человек, ты учти. Ну ладно. Учитывая ситуацию в мире. Да. Ой, а вот мне надо тут подумать крепко. Наверное, все-таки я найму посыльного. И найму. Так, кого мне надо нанять еще? Больше, наверное, никого не. А, нет, давай-ка начальник отдела еще одну найму. И. Так, теперь надо осторожно. Надо осторожно. Эти люди начнут требовать зарплату уже. Ладно, я пока заместителя директора перевожу в директора своим консультантом. И мой повар бургеров делает 3 бургера. Что приятно. И у меня в структуре компании разыгран первый продавец. Угу. Что дает мне достижение — первая скидка. До конца игры все мои товары будут стоить не 10, а максимум $9. Конечно, возможно, это сейчас не очень хорошо, но к концу игры ценовые войны никто не отменял. И это мы тоже проходили. Ну что, мой ход? Да. Так, ну, выход. Сначала я... А, подожди секунду. Да. Важно отметить, что, так сказать, активные действия, что-то, кого-то нанять, обучить или получить, можно выполнять по желанию. Но если разместил в структуре компании продавца, допустим, начальника отдела кадров, который разрешает тебе не платить зарплату, если ты им не воспользуешься, и так далее... Это действие считается обязательным. То есть я по своему желанию, если я разместил продавца в структуре, не могу отказаться от этой скидки. Ходи. Так, я хожу. Ну, вначале я нанимаю сотрудников. Я беру специалиста по плакатам. Специалист по плакатам. Да. Так. Это раз. Далее я нанимаю консультанта. Еще одного? Куда же у тебя столько консультантов-то, а? Прямо страшно. У меня ноль их. Я не нанимал ни одного. У меня только специалисты отдела кадров были. Ну хорошо. Я тебе так на всякий случай напомню. Что-то, видимо, ну ладно. Что-то было не так. Да, мне тяжело и следить, и комментировать одновременно. Поэтому я надеюсь на честность Инны и Андрея, что они, если что, вдруг... Мне подскажешь. А мы надеемся, что он надеется на нашу жизнь. Так. И я, наверное, возьму
третьего сотрудника. Да, я возьму третьего сотрудника однозначно. Мне это достижение нужно. Ну что ж, возьми. Сейчас мне надо чуть-чуть подумать, что же я хочу. Я, наверное, возьму еще одного посыльного. Так. Что-то становится немножечко страшно. И Андрей получает достижение наем трех сотрудников за один ход. И получаю... двух начальников отдела совершенно бесплатно. Что очень полезно на данном этапе. Да и вообще, в принципе. Да, начальники отделов лишними не бывают. И твой посыльный. И мой посыльный идет за пивом. Мой посыльный. Никакого разнообразия. Вообще. Ну а теперь фаза ужина. По порядку номеров все дома начинают ужинать. Второй дом хочет пива. 15 баксов. За это он платит Андрею. И я автоматически получаю первые 20 наличных. Первые 20 долларов наличных. Хорошо. И ты имеешь право посмотреть карты резерва. Что нас ждет? Длинная игра или короткая? Вот они. Да. Ты имеешь право комментировать то, что увидел, правдиво или нет, но не имеешь права показывать нам это. Скажем так, я бы назвал это... без мата. Привычным. Я, наверное, покажу в камеру. Ну, чтобы понятно было. Я думаю, мы это откроем и все равно все увидят. Хорошо. Пока не будем. Пусть это будет сюрпризом для всех, кто не увидел. Так, второй дом покушал. В следующем порядку номеров у нас кушает 10-й дом. Ну, бургер он может покушать только у меня. У меня скидка 2 доллара. То есть за каждый бургер мне положено 8 долларов. Но у меня есть первая реклама бургера, плюс 5 долларов, я получаю 13 долларов. Получил, бургер сбросил. Следующий, 12-й дом. Я так понимаю, он едет к Инне кушать есть пиццу за 15 долларов. Правильно? Нет, еще первая официантка. А, за каждую проданную пиццу еще 5 долларов. 20. Пока... Подожди. Следующий по порядку номеров 13-й дом. Или это, 18-й. 18-й. Ага. 18-й тоже кушает пиццу. Подожди, тогда 16. Сначала 16-й покушает бургер. Тоже за 13 долларов. Ну что ж, пожалуй, просто вот отдам. Почему 13? А, у тебя первый бургер, да? Так, сейчас мне надо подумать. Бургер. У меня должно быть 26 долларов в итоге, да? На руках. То есть я вот отдам вот эти две единички, а себе возьму, чтобы у меня было 26 долларов в итоге. Сейчас покажу, я не жульничаю, вот у меня на руках стало 26 долларов. И внезапно у меня тоже достижение первые 20 долларов наличных. И я тоже могу посмотреть, что же нас ждет. Мне тоже интересно. Ну что же, я ожидал худшего, но на этот раз игра будет интересной. И наконец, 18-й дом кушает пиццу Уин. 15 долларов тебе положено. 20. Да, и официантка тебе даст еще 5 долларов, хорошо. Нет, за каждую проданную пиццу плюс 5. Ну так да, ты одну пиццу сейчас 15. Продала. Ну хорошо. И за официантку плюс 5. И в конце Инна получит чаевые 5 долларов за свою официантку. 20 долларов. То есть у нее должно остаться 35 долларов на руках. Осталось что? 35. Не поняла. Ты продала так 2 пиццы. У меня пиццы еще по... вот здесь плюс 2. Вот здесь вот 3. Инна. Сосредоточься. Ты продала 2 пиццы по 15 долларов каждую. No. Дает тебе в сумме 30 долларов. И в конце фазы ужина каждая официантка дает тебе 5 долларов. У тебя одна официантка, ты должна получить с нее 5 долларов. Хорошо. То есть получается в сумме 35 долларов. У тебя столько? Угу. Ладно. Все, хорошо. И фаза зарплаты. Так, по-моему, я никем больше не обзавелся, и у меня по-прежнему трое требуют зарплату. Да, именно трое. У меня тоже трое. У меня ноль. Хорошо. Пока никто зарплату не... Ой, у меня тоже 20 долларов первых. Угу. Ну, теперь уже все видели, можно просто показать. Сегодня у нас банк будет доложено по 200 долларов, то есть 600 долларов. Когда мы выберем весь запас наличности первый раз, мы доложим в банк 600 долларов. Ну что же, игра будет интересной. Зарплату мы отыграли, реклама по порядку номеров. За 9-й
Подожди. За 9-й почтовый ящик. Все дома до кода им дотягиваются. Получают желание пиццы. 11-й рекламный щит в эти дома хочет продать еще и колу. 12-й рекламный щит дает пиво. Ну, а мой рекламный щит последний раз рекламирует бургеры и уходит обратно в запас. Мой сотрудник освобождается, я смогу его сейчас взять в руку. Что, собственно, я и делаю. Мы с сыном сбрасываем излишек еды и напитков. И все забирают карты в руки для следующего раунда. Вот теперь уже становится игра совсем интересной. У меня двое отдыхают, остальные работают. Надеюсь, я не ошибся с количеством слотов. Да, все хорошо. Все, выкладываем? Угу. Выкладываем. У меня нет свободных слотов. У меня нет. У меня нет. Значит, остаемся в той же очередности. Инна. Инна, работай. Так, мне нужен посыльный. Ну, нужен, забирай. И? Посыльный и... Что у нас тут еще надо? Да пусть будет специалист по плакатам. И специалист по плакатам. Все в рекламу подались. Хорошо. Это сделала, ты сделала. Мне нужно 3 пиццы и... А ты... Ага. Колу. И колу. Прошу. Ну, в общем-то, все. Хорошо. Начинаю ходить я. Консультант. У меня... Даже вот не знаю, кого нанять на самом деле. Но уже прям просится. Хорошо, я нанимаю специалиста по рекламе и еще одного консультанта. Мой консультант учит нашего директора начальника отдела квалификации. Я дошел до сотрудника. Ох, не вижу. Показываю я, не показываю нашим зрителям. Все карты в протекторах. Я дошел до сотрудника, который помечен вот таким вот символом. X1. Так как нас играет трое, каждой копии такой карты в игре только одна. Поэтому я начальник отдела квалификации получил к себе. Инна с Андреем, увы, для них, его уже нанять не смогут. Но пока он у меня отдыхает на пляже. Далее. Специалист по плакатам. Я возьму, пожалуй, вот этот вот 14-й плакат и размещу рекламу бургеров вот сюда. Длительностью 2 раунда. О-о. В принципе, остальное вот не знаю. Ну, естественно, повар бургеров у меня получит 3 бургера. Предыдущие дома все равно надо кормить. Мой поваренок пусть получит пиццу, хотя я чувствую, я ее сброшу сейчас. А посыльный... А давай по приколу получим... Где она? Дайте мне пиво. Одну штуку. Какие приколы. Интересные. Да, именно так. Так, где 14 номер? Куда-то я его... Вот он. Да, этот специалист 2 раунда будет рекламировать тем выпивохам еще и бургеры. Чтоб закусывали. Андрей, ходи. Андрей ходит. Так, ну, начнем с найма. Ну, в первую очередь, специалист по плакатам. Еще один? Куда ж тебе, солить их, что ли? Да. А, не бесплатно. Так, окей. Ну, я думаю, я могу сразу консультантом его обучить. Да, конечно. Обучи, пожалуйста. В почтовика, да? Ну, кого же еще? Так, стоп. Что-то у меня сегодня прям... Да. С картотекой беда. Так, специалист по почтовой рекламе. Далее я найму поваренка. Поваренка. Кто бы сомневался. И продавца. И продавца. Мы начинаем самое интересное. Ценовые войны. Так. Специалист по рекламе. Специалист по плакатам. Отправляется
с рекламой. 13 навеки вечные. Ну, я, наверное... Эх, то, что вот он 13-й плакат, конечно, занимает это плохо. Не продумал я. Да. Ну, ладно. Навеки причем. Прощай. Ну, я думаю, никто в этом не сомневался. Жук. Отправится он рекламировать сюда. И что конкретно он отправится рекламировать? Это будет наше пиво. Будем считать, у меня крафтовая пивоварня. Крафтовая пивоварня, которая рекламирует все-таки вот бесконечно. Так. Да. Бесконечная реклама пива в каждый дом. И посыльные. Ой, дай угадай, пиво! Не все. Посыльный отправляется за пивом. Первый посыльный. Второй посыльный отправляется за пивом. Как интересно. Ты отыграл всеми сотрудниками, я так понимаю, да? Да. Хорошо. Фаза ужина. Самое интересное. Второй дом. Диапазон к Андрею 0. Диапазон ко мне по вот этой дороге 1. Так как здесь мы пересекаем границу плитки. Как мы определяем, кому все же эти жители поедут кушать? Базовая цена нашего товара $10. Плюс диапазон, который они должны проехать до нашего ресторана. Для Андрея эта цена пива будет 10, для меня 11. Но я могу повлиять моей скидкой, которая у меня сейчас минус $1. Поэтому 11 минус 1, также $10, как и у Андрея. Если равенство у нас по этому показателю, мы смотрим на количество официанток. У кого больше официанток, к тому и поедут. Официанток у нас ни у кого нет. Поэтому показатель у нас также равенство. И, наконец, смотрим на очередность входа. Кто в очереди входа первый, к тому и едут. Так что этим пивом за $9, так как у меня скидка все равно действует, снабжаю сегодня я этот дом. И получаю свои законные $9. Далее. У нас идет 10-й дом. Ну, бургеров в принципе ни у кого нет. Здесь даже и смотреть нечего. Мои законные $14. Ой, придется мелочи набирать. Ну что ж, ладно. Базовая цена 9. Ну, то есть базовая цена 10 минус 1 скидка и плюс первый рекламный бургер. $14. По порядку номеров 12-й дом. И он едет к Инне. Так как у нее есть и пицца, и кола. Да, важный нюанс. Мы полностью должны, каждая ресторанная сеть должна полностью обеспечивать спрос этого дома. Нельзя, допустим, чтобы этот дом сначала съездил к нам покушать пиццу, а потом кому-то еще попить колы. Все должно быть обеспечено одной ресторанной сетью. Я так понимаю, у Инны за пиццу $15 за счет достижения и за колу 10. $25. Я сейчас чувствую, мы исчерпаем банк в этом ходу. Давай вот так вот 30 мне дашь? Не дам. Даже так не дам. Ну, а, вот, $25 еще есть. Прошу. По порядку номеров. 16-й дом. Кушает бургер за $9. За какие идеи? За $14 у меня. И мы исчерпаем банк сейчас. 1, 2. Ну, короче, здесь явно не хватит. Мы открываем карту резерва. Как и уже говорилось, по $200 на человека. То есть $600 должны доложить в банк. Более того, на этих картах нарисованы вот такие вот цифры. Это значит, что у нас наши владельцы по-прежнему могут менеджить 3 сотрудников. Если бы мы положили карты с $300, он бы мог менеджить 4 сотрудников. Но если только сотни, то только 2 сотрудников. Что, надо сказать, очень и очень порой влияет на стратегию. И, надо сказать, это нужно объяснять немножко заранее. Ну что ж, вот я и объясняю. Да. Так, я сейчас должен получить $14, когда мы сформируем банк. $600.
На, пересчитай. Ох ты ж, ё-моё. Ты вот реально думаешь, что это так быстро будет и просто сделать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $100. $150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. $550. 1, 2, 3, 4, 5. Чё-то много. Ой, ну давай еще вот эти оставь. $600 банк доложили. Хотя, мне кажется, надо, конечно, с разменом было класть. Ну ладно. Ну давай сейчас. Пятерки. Ладно. $600. И я должен получить еще $14 за этот дом, так как я еще этого не сделал. 2, 3, 4. Получил. И, наконец, последний, 18-й дом. Кушает. А ни у кого он не может покушать, потому что у Инны нету колы. А у нас нету, ну вернее, у меня тоже нету колы. А у меня нет пиццы. А у Андрея нету пиццы. Они на нас обиделись и никому больше не поехали. Этот спрос остается лежать здесь дальше. А официантки? Ты разве мне не получила? Мне еще 5 за 5 официантки. Долларов. Инна, давай все-таки мы несколько десяток. Хорошо. Вот давай хотя бы 8 штук десяток, вернее пятерок. Ну дай мне пятерку-то. И $5 Инне. Ну что же, у нас напряженная фаза ужина прошла. Грустная фаза ужина. И зарплату-то никто не отменял, даже если ты не получал дохода. Ну. У меня, по-моему, по-прежнему только трое требуют зарплаты. Кстати, а где мой третий кто-то? А, вот третий. Да, у меня только трое требуют зарплаты, я еще никому платить не должен. А что у тебя требует зарплаты? Начальник отдела квалификации. Ну, понятно. Повар бургеров и вот этот заместитель директора. У меня тоже только трое. Что у меня ноль. У тебя ноль. Ну, у меня только рекламщик, но рекламщик у тебя бесплатный. Хорошо. Собираем? Да, мы сбрасываем с Инной все, что перепроизвели. Кризис перепроизводства никто не отменял. Так, ну, конечно, мы это немножко рановато делаем. Сначала у нас реклама. Двигатель торговли. По порядку номеров. Последний раз этот ящик рекламирует двум домам пиццу. Сюда одна пицца и сюда одна пицца. Твой рекламщик уходит к тебе в руку. Одиннадцатый щит тоже твой. Рекламирует колу этому дому. Но так как этот дом у нас без сада, у него спрос максимальный на 3 единицы товара по правилам игры. Если мы к нему когда-нибудь пристроим вот такой сад, то спрос у этого дома может составлять 5 единиц товара. Но так как пока сада никто еще не построил, максимальные 3 единицы товара. Щит уходит? То есть этот щит работает для этого дома в холостую. Они и так уже будут сытыми, когда покушают. Далее. У нас какой? 12-й щит. Пиво положите, пожалуйста, тому дому. 13-й щит сюда тоже пиво попадет. Ну и снимите просто бургер, переложите, да, на этот дом. Реклама прошла, вот только теперь мы сбрасываем. У Андрея там не 10 ли? Нет, 8. У меня меньше. 8. Хорошо, собираем карты и готовимся к новому раунду. Да, вот теперь совсем интересно. У меня 5 работает. У меня отдыхают трое. У меня... Сейчас я проверю еще раз себя. 5 работают. Отдыхает один. Ну, отдыхает. Угу. Все. Все, мы готовы? Да. Раскладываем. У меня свободных слотов 6, я нанял, заставил работать 6. У меня слотов свободных нет. Что у вас? У меня один свободный слот. Инна? 0. Андрей, выбирай очередь. Я могу выбрать очередь. Надо немножко подумать. Сейчас очень важно выбрать правильную очередь. Потому что у нас есть один мальчик, который посягает на мой дом.
скажем так, ну, как мой дом. Что значит на твой дом? Моих любимых алкоголиков. Я им дал закусь. И да, это прекрасно. Я думаю, мне надо поменять местами немножко наш порядок, чтобы быть раньше Николая, чтобы в следующий раз, когда мы встретимся вот здесь вот в ценовой борьбе, я забрал этот дом себе. Ну, сейчас у нас уже все открыто, я могу это спокойно рассказать, я думаю, да? Поэтому я поменяю нас местами просто. Инна останется ходить первый, я буду вторым. Коля, то есть вот так вот, третий. Да? Да, ну, как бы, по-моему, это очевидно, потому что деньги нужны всем. Деньги зачем всем. Тебе деньги? Ну, скажи мне, пожалуйста. Можно я поменяю? Уже нет, мы выложили в следующем раунде. Вот. То есть, порядок я все-таки поменяю, буду в серединке. Ну что ж, хорошо. Инна, работай. Ой, Николай, а у вас что, посыльный хочет за пивом сбегать? А оно вам надо? Ой, не знаю. Инна, ходи. Тогда нанимаю начальника отдела. Начальника отдела, прошу. Кого-нибудь еще можешь нанять? Нет, никого не нанимаю. Повышаю квалификацию посыльного до грузчика. А, это только на каждой точке маршрута два. Это куда? Это ты выезжаешь из входа в свой ресторан и едешь вот по вот этим вот, так сказать, складам. У тебя ресторан очень неудачно расположен, и ехать тебе через весь город. И я боюсь, что ты не доедешь. У тебя диапазон 0, 1, 2. Чтобы доехать хотя бы до этой соты, тебе нужен 3 и 4 диапазона. Тебе нужно либо открыть новый ресторан, либо перенести старый, либо пользоваться посыльными. Да, именно так. Да, жаль, нельзя сейчас переходить. Ну, в этом суть игры. Знаете, когда вы открывали свой ресторан, вы должны были пробежаться по району и проверить, ну, как бы, целевую аудиторию, доступность складов. Ну, как бы тебе сказать, мы-то открывали позже тебя. Ну... Кто поэтому... первый встал, того и шапки. Хорошо, хорошо. Так мы, значит, да? Тогда я повышаю специалиста по почтовой рекламе. Которому должна будешь... А, то есть ты уже собралась летать на самолетах? Ну что же, летай. Получаю 3 пиццы и 1 бутылку колы. 3 пиццы и бутылка колы. И бутылка колы. Хорошо. Все, больше у тебя никто не ходит в этот нет. раз? Хорошо. Я хожу. Я хожу. Ты помен... Я хожу. А, я поменял. Я хожу. Пожалуйста, пожалуйста. В том-то и дело. Так, ну, начнем с найма сотрудников, правильно? Я возьму одного консультанта, однозначно. Так, и второго. И второго консультанта. Было бы достаточно, кстати, неплохо на самом деле. Но я, наверное, найму... Наверное, найму еще одного поваренка. Можно я пока подумаю немножко? Над этим ходом чуть-чуть подумаю. Так. Давайте я, наверное, возьму пока что поваренка. И кого ты обучишь при этом? У меня консультант. Он обучает специалиста по почтовой рекламе. Тоже летать на самолетах все решили. Самолет это свобода. Да. Я, конечно, понимаю, к чему вы клоните, ребят. К тотальности. Учтите. Ну, я так. Я ни на что не намекаю, но специалист по радиорекламе, так как нас играет Толя, только один. Я думаю, мы об этом прекрасно помним, да? Так, окей, с этим мы разобрались. Ну, по достаточно... интересным стечением обстоятельств поваренок у меня готовит, наверное, все-таки бургер. Возьми. А посыльный идет? А посыльный идет. Наверное, сходит он за пивом. Пиво нам лишним не бывает. Ну хорошо. Кстати, у меня больше 11, но в конце хода я сброшу лишнего. Точнее, лишнего не должно остаться, на самом деле, насколько я понимаю. О, ты вот такую прям ценовую политику ведешь, что ничего лишнего не останется, ты считаешь? Нет, я имею в виду, все уместится в холодильник, все произведенное. Ну, посмотрим. Будут есть замороженные бургеры, невкусное пиво.
Но будут. Знаете что? Я, пожалуй, найму одну официантку. Ну так, на всякий случай. Ой, так. Это... Стоп, не найму я одну официантку. Внезапно у меня сотрудник отдела кадров сейчас на отдыхе. Тогда я нанимаю начальника отдела. И с помощью вот этого крутого консультанта, который может повысить 3 раза квалификацию одного или нескольких сотрудников, я этого начальника сразу делаю 1, 2, 3 заместителем генерального директора. Кажется, кто-то хочет что-то интересное. Угу. Выкинуть. Так, а вот теперь вот интереснее другое. Нужно ли мне других нанимать? Не надо. Я, конечно, от вас сейчас отстал, да? Чувствуется. Смотря в какой сфере, тут у всех как бы перекосы-то в разные стороны есть. У тебя конечно. Быстро все учатся. Да. А у нас... Ладно. Я даже не знаю, ладно. Что у нас. А мы просто играем. А мы просто смотрим. Живем сегодняшним днем. Ладно, поваренок у меня пусть будет поваром пиццы. Я подозреваю, что скоро мне это понадобится. Да, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Ну что ж. Подожди, я подумаю. У меня еще нужно, ну, естественно, посыльно. А, ну что мне тут думать? Мне нужно посыльно. Все, ну давайте пиво. Одно, два. Одно. У меня, к сожалению, нет достижения первого посыльного. 3 бургера. Начинаю фазу ужина. Второй дом. Зараза ты. Ну, я думаю, мы уже входим. Погоди. Стоп. Ну да, у нас сейчас у тебя скидка 1, у меня скидка 2, но у тебя диапазон меньше на 1. Так и что... он ходит первым. И он я хожу раньше Николая. Да. Ну хорошо. Так то есть что ты, тебе положено... 20. Нет, не 20. 18. 18 плюс у тебя там было достижение напитка? Да, 18 плюс 5. 23. 23, все да. Правильно. Не, я просто смотрел сдачу. Да и возьми на единичками. Вот, 23 я получаю. Следующий, так, это у нас какой? Пятый дом. Пиво, я думаю, очевидно, я ближе, опять же, Николай. А у Инна? А у Инны нет пива. Ну поэтому хорошо, это твои $14. Так, я, кажется... Да, кажется, ай-яй-яй. $14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, все правильно, у меня должно быть четное количество пива на этот ход. Так, и я получаю... $14. А у Инны сейчас будет интересная ситуация. Ты уже тоже посмотрел, да? Инна, к сожалению, тебе не хватит. Причем самое интересное то, что получит она деньги за дом, который... С минимальным количеством. Да, да. Следующим кушает 12-й дом. Ай-яй, как резко. Ой, извиняюсь. Да, пиво ты там не убирай. Так, и тебе положено... $15. За пиццу и $10 за колу. 25 в итоге, да? Давай мне 30. Инна. Ну, давайте 30. И еще официантка у меня работает. Ах, да. А, ну зачем? А, ну 35. Все. Почему 35? 30. У тебя одна официантка, да. Не путай ну, никого. Каждая. Ну, но ты получаешь не за каждый продукт, а просто за... Это да. Чаевые. Ну. Ну. У тебя одна официантка сейчас работает. Она получила ты получаешь $5. 25 и плюс за официантку 3, и за свой бонус плюс 2. Жадины. Да. Проверь, у тебя есть $100 или нет? Нет. Нет, я думаю. Будет круто. У меня, я думаю, что пока нет. 4. Ты, может, кстати, давай разменяй. 6, 7, 8, 95. Ну, пока что достижение она не... Не получила. Так. Фаза рекламы. Фаза рекламы. Все покушали. А, с рекламы-то особо и не осталось. Как ты, 3 щита? Я перекладываю. Щит сразу уходит. Нет, сначала 12-й щит, конечно. Ну, без разницы. Ну здесь, да, нет, ты тот щит оставь, он бесконечный. Да. 12-й, 13-й щит, а потом уже только 14-й щит будет работать. А 14-й уходит. Да, я занимаюсь буквоедством, но все же. Все должно быть по правилам. Это уйдет ко мне в руку. Холодильника у меня нет. У меня тоже. Простите. Инна.
Знаете, в этом городе один единственный холодильник, и в нем хранится практически только пиво. Да, такой у нас странный город сегодня. Так, все, собираемся. Да, собираем. А зарплаты? А зарплаты, конечно, мы забыли. А зарплаты один, я не плачу. Один, два, а вот я, кажется, начал платить. Три, четыре. Ой, у меня три, я еще укладываюсь. Так, стоп, а я? Что-то я считал, что у меня на меньше зарплата будет. Один, два, три, четыре, пять. Нет, я должен отдать $10 в качестве зарплаты. Все, все по-честному отдал, $10. Начинаем новый раунд. Я не знаю, в чем у вас проблемы, у меня как бы логика тут сейчас простая. Я готов. Я готов. А, кошмар какой. Положи просто черных карт сюда, просто посчитай слоты и положи. Я почти готова, да. Ну, смотри. Допустим. Все? Да. Мы готовы? Скрываемся. У меня вот эти не работают, эти работают. Перепутал. У меня ситуация вот такая. Ах ты жук. Кто жук? Ты все? Я, да, все. Все три у меня заняты. У меня 5 свободных слотов. А, у тебя этот есть, да? Да. Ну, значит, я сейчас очень сильно ошибся. Передвиньте меня на первое место. В этом раунде я буду ходить первым. В избежание. А дальше порядок какой? А дальше вы смотрите по своим слотам. У меня нет свободных. Тогда я буду вторым. И я начинаю КВН. Угу. Давай. Во-первых, найму я официантку все-таки. Начальник отдела квалификации повышает вот этого глупенького чувака, рекламщика, до специалиста по радиорекламе. Так, этот специалист по обычной рекламе у меня рекламирует бургеры. Так, какие у меня щиты остались доступные? Ну ладно. Ай, забрал ты мне, конечно, удобный щит. Пусть пока этот рекламируется. Бургеры. Далее. Так, этот специалист ушел, пока этот отработал. Посыльный берет колу. А кого ты обучил? Я специалист по радиорекламе. Mm. Последний берет колу, а повар пиццы берет пиццу. Мне кажется, кто-то хочет. Что-то не то сделать. Ну, ты все? Ну, по всей видимости, да. Так. Ну, я, наверное, немножко ошибся, мне не хватило. У тебя есть официантка, у меня нету. Близко, но нет. Андрей, ходи. Хожу. Так, ну, в общем-то, у меня ситуация достаточно интересная. Я забыл то, что у Коли есть такое количество слотов. Сколько у тебя? 5 свободных оказалось, да? Да. Ну да, я бы тут, конечно, не потянул. Не, ну почему? Ты мог и сделать 6 слотов. Ну, в общем-то, да. Ну, я бы тоже мог сделать 10 слотов, но кто бы... Так, тогда я нанимаю... Начальника отдела. Начальника отдела и... Учишь его сразу? Нет. Хорошо. Я учу поваренка. А, поваренка. Пожалуйста. В кого? Теперь поваренка будет жесткая специализация. На бургерах или на пицце? Ну да. Бургеры. Кто бы сомневался? Ну, отлично, в общем-то. Хорошо. Смена его пола очень смешная. Так, а поваренок у тебя что получает? Подожди. Поваренок у меня получает, да, в общем-то, бургер, наверное. Прошу. Инна, ход твой. Ужас какой. Первый нанимаю поваренка. Поваренка. Далее, что мы делаем далее? Это уже дальше, смотрите. Повышаем квалификацию. Повара бургеров. Все напряглись в своей радиовышке. Да нет, не сильно.
Далее рекламная кампания, да? Угу. Авиареклама. Авиареклама. Ой. У меня авиареклама, ой. Я получаю, ой, первая авиареклама. Ой, как страшно. Я отсюда не вижу, что я думал, у тебя обычный чувак с плакатом, а он тут летает на самолете. Нет. Удобно. Максимальная длительность 4. И что, и где он будет рекламировать и с каким плакатом? Во-первых, какой самолет? У тебя вот на выбор 3 штуки их. Этот покроет столбец или строку в 5 клеток, этот в 3, этот в 2. Ну там. А, но у них порядок разный, да? У них порядок разный, да. Тогда интересно, конечно. Нет, ну смотри, тут все просто. Сначала, прежде всего, работают вышки, потом самолеты, потом почтовые ящики, только потом щиты. Я понял. Поэтому более крутые специалисты по рекламе, они куда как более ценные. А зачем 3 радиовышки, если у нас специалист по радиорекламе 1? Ну, хороший вопрос, да? Да. Потому что когда он работает, он лежит здесь, и зачем вот эти 3 вышки, не очень понятно. А ты уверен, что он один должен быть? Да, я уверен. Тогда вот на самом деле, да. В правилах написано, что в зависимости от числа участников удаляются те или иные рекламные щиты, и количество сотрудников X1 тоже всегда разное. Но ни сотрудников начального уровня, ни каких бы то ни было еще, ни количество вышек, самолетов и так далее неизменное, что очень странно, особенно насчет карт. Да. Давай я буду рекламировать. Не, ну карты, ладно, могут они находиться у тебя, несколько у тебя там парочка, у другого игрока парочка, они могут не играть. Но вот с вышками странно. Ну да, там что-то такое. Не, ну на самом деле карты же тоже конечные. Mm-hmm. Первый вариант. И поэтому тут тоже, на самом деле. Почему так в правилах написано, я не знаю. Ну, я не понимаю, зачем 3 вышки. То есть, давай пиццу. Пиццу? Подожди. Вот так вот. Большую? А, большую? Я же собрался тебе тут пиццу давать или тут пиццу давать, а ты, кажется, еще самолет. Я еще самолет думаю, да. А может вот сюда просто тогда пусть летает, с этой стороны? Там мешает, наверное? Да, там не мешает будет. Разницы никакой. А здесь ты создала большую энтропию. Да. Да, куда? Он летает... Так, нет, этот дом он не захватывает. Да. Угу. Он летает вот над этими 5 домами. Угу. Пиццу, да? Да, пиццу. И длительностью? Максимальной. А сколько? 4. 4 пиццы, да? Так, номер ты повзяла своего самолета? Нет, конечно. Угу. Да, тут у нас будут ценовые войны, прям страшные. И посыльный, и повар пиццы, да? 3 пиццы и колу. И колу, прошу. Да, немножечко я все-таки просчитался. Ну ладно, бывает и такое. Что? Наши люди кушают? Да. Ну, забирай свой. Второй дом? Второй дом? Да. Страшно-то как было, на самом деле. Я рассчитывал то, что будет страшно. Серьезно, я думал, ты его сейчас заберешь, а у тебя продуктов не хватило. Ну, тогда... Ну, я решил в этом раунде взять радиорекламу. Я тоже, на самом деле, как видите, нацелен был на радиорекламу. Да кто бы сомневался. Да, но Коля успел вперед, зато мне достался дом. Слава тебе, Господи. Да, я немножко рискую, потому что теперь по радиорекламе, в отличие от Андрея, 18, да? У меня требует денег. Так, минус 1. 23. 18 плюс 5. Да, ну, у меня еще плюс 5 за... Да, 23, все 5, правильно. 20. Можно я возьму 5 и 2 сдам все-таки? Как угодно. У тебя там, кстати, $100 еще не накопилось? Почти. Так, уже опасно. Следующий дом 5, и пиво только у меня. Да. Поэтому... К сожалению, я просчитался, и вот этот дом тоже себе не забрал. Я получаю 14. Ну, а с этим домом у меня вышла оказия. Потому что у Инны для этого дома диапазон 1, а у меня 0, 1, 2, 3 по вот этой дороге. Ура! У меня скидка 2, то есть по этому показателю у нас равенство. Но официантку, к сожалению, я не успел нанять в предыдущем раунде, поэтому за счет официантки она меня победила и наконец накормила этот дом. Как минимум 30,
Так, сейчас посчитаем. У тебя первая реклама пиццы, да? Да, каждая пицца плюс 5. Это 15 плюс 15. 30. И здесь еще 10. 40. Ну, еще официантка. 40 и официантка 45. У тебя пятюня есть? Есть. Давай мне пятюню. И у меня первая соточка. Первые 100 долларов наличных ушли к Инне. А это очень и очень... крутое достижение. Знаете, я скажу, у меня 104 доллара, поэтому мне так, это достижение достается тоже. Ну, забирай. И это прекрасно. Согласна. С Итак, этого момента... Ну, да, не с этого момента, а только со следующего раунда. Понятно, да. Вот эти две карты с названием «Ты» у Инны и Андрея являются еще и вот такой картой. Финансовым директором. А у меня 140. Ну, ну и что? Первые сотню мы заработали. Да, сотню заработали, а не только 140. И теперь становится все еще интереснее, да, Коля? Финансовый директор добавляет к выручке этого раунда, причем любой выручке, включая и то, что мы получили бонусом за наши первые рекламы, достижения, и за официанток, еще 50%. Со следующего раунда Инна и Андрей будут свою выручку умножать на 1,5 и докладывать себе еще денег. Чувствую, они мне сегодня за экономически задоминируют. Я чувствую... Ну, игра на самом деле непредсказуемо идет, потому что да, я сейчас очень сильно испугался по поводу радиорекламы, но вот в этот момент стало попроще. Да, не так страшно. А я просчитался вот с этим домом, блин. Я, скорее всего, тоже взял. А я испугался по поводу этого дома, ладно, но ты почему-то не стал этого делать. А играть. Я не испугалась. Да, кстати, ты хотел, значит, забрать большой дом. Ну да. И не стал брать этот. И до свидания. Да. Везде причем. Что-то... Мои алкоголики преданы моему делу. Да, что-то прям как-то здесь... Так, мы собираем карты, все? Да, мы собираем карты и считаем, кому реклама? Мы должны зарплату выдать. Сейчас. Зарплату сначала, ну да, считаем. Зарплату сначала. 1, 2, 3, 4. Ух, ё-моё. 5, 6. То есть мне надо 15 долларов отдать. 4. Ну ладно, отдаю 10, 20 долларов, получаю 5 сдачи. 5. Мне надо отдать 10. У меня 2. Так, я сейчас отдал 15 долларов. Да, ты 15 отдал пока. Пока 15, ладно, все. Реклама. По номерам идем. Самолет летит. Разбрасывает всем пиццу. Желание пиццы. Летит самолет. Так, вот это уже, конечно, не очень хорошо, что он до этого дома долетел, зараза так. Ну ладно, мы это переживем. Так, дальше. 12-й щит. 12-й щит разбрасывает пиво. 13-й щит разбрасывает пиво. 14-й щит разбрасывает бургер. Здесь обжоры, там алкоголики. Ну, у нас, в принципе, все. А вот на 16-й дом. А 16-й дом ничего не пролетело. Самолет пролетел. А бургер не стороной. Нет, здесь он не касается. Он не касается, поэтому ничего он здесь не хочет. Увы. И ах. Да. Ух ты, может быть, и жалко для меня. Ну ладно. Рекламу сделали. Конец раунда. Собираем карты, сбрасываем, у кого есть излишки, хотя я уже сбросил. Излишки в смысле? Излишки еды. Еды. Я не знаю, что это. Помолчи. Лучше не беси меня. Да, тут вещь такая достаточно интересная. Да. Более чем.